Здравствуйте. Сегодня я хочу поговорить о том, как я сижу, когда работаю. Меня постоянно спрашивают об этом, почему я сижу сзади, за клиентом. Так вот, на мой взгляд, здесь есть несколько плюсов. Итак, самое главное, самый основной плюс в том, что здесь минимальная нагрузка на позвоночник. То есть у меня позвоночник не искривлен при работе, я сижу ровно. Второй момент, что при работе моя рука всегда имеет опору, поддержку. Это очень важно для создания тонких волосков. Для удобства руки я могу двигаться вокруг рабочей зоны. В то же время мой клиент, он всегда лежит ровно, спокойно, часто очень спит. То есть я не верчу голову клиенткам. Я просто сама передвигаюсь и принимаю удобную позицию. Возможно, вы привыкли работать, сидя сбоку или над клиентом. Понятно, что сидеть сзади требует определенной тренировки. Но это оптимально для создания хорошего результата, для удобства клиентов и для вашего здоровья.